Шорбаном, отцом Василины, вы уже знакомы. Много лет бродил он по чужим землям в поисках счастья и нашел его, возвратясь на родину. Вот он, в белой рубашке. Вы уже знаете, что Шорбан лесничий. А лесничество и леспромхоз говорят на разных языках, даже когда они на одной платформе и... Ты пойми меня, Синя! Бригадира комплексной бригады лесорубов Булыгу Антона Григорьевича от руководства бригады освободить. Ты! Говорят, к велику за лень вверх попало. Ну и по заслугам. Ага. Степан! Здравствуйте! Доброго старого века. Степан, так чего же ты обиделся на меня? Ты плохо обо мне думаешь. Конечно, я ошибся. И ты, и секретарь райкома, все вы правы. Да разве ж мне этот лес был нужен? Я ночью не спал. Работал как вол. А оно вышло все напрасно.